Хорошо. Хорошо. Ну а чё, вот такой геймплей нормально. Больше ничего не надо. Больше ничего Максу и не надо. Ты говоришь, блин. Хорошая карта, точная позиция. Побольше рандомов в кат, вот таких вот. Ты не успею отъехать, да? Не успел отъехать. Без вариантов. Можно, в принципе, и отсюда выстрелять, но лучше не надо. Углы наклона же позволяют. Позволяют. Можно попробовать, конечно, а лучше оттуда. Можно вот тут где-то встать. Ну вот сюда, там где позиция нормальная. Все, никуда ехать не надо. Сейчас оттащим пассажира, блядь. Чтобы не мешал ему. Займем его позицию. Так, хорошо. Артиллерию уже задолбали, блядь. Это мой ранг.
Лишь орудие мне выбил. Поближе сюда подъехать. Он меня ждет там, что ли? Ну все, в принципе, что. Вот эти кустики сейчас тут подровнять. Наимели. Это они мне мешают. Ждем пассажиров. Интересно, там есть кто-то? Все равно мешают кустики, да? Пацаны бобра забрали. Кто у нас забрал бобра? Почему в аркаду играешь? Не знаю, что-то как-то привык, наверное. Зачем играть в другие симуляторы? Тут нормально. Попроще. Крестик есть. Выстрелил и все. Ну, по крайней мере, на этом ранге. Я знаю, на других рангах тяжеловато чуть-чуть. Там уже ребята прокачанные все. Там так уже не поиграешь. Там уже давят, блин. Уже экипажи все выкачаны. Такие северные. Прокачаны. А тут, видишь, один выстрел, один фраг, блин. Все. Не уезжай, сейчас я тебе перезаряжусь. Ой, бля, мне пиздец. Я в самолеты в основном играл. А последний месяц... Только месяц играю в танки, то на немцев пересел, на артиллерию. Да. Нет, я с 12-го года немножко поигрываю, так иногда. Вот, а в танке вот... Да меня, блин, Юра посадил на танке, знакомый. Давай, говорит, на немца, говорит, нормальная тема, блин. Давай, говорю, поиграем. Проблем нет. И на этих танках, короче, нормально можно раздавать, блин. Он Финфундрастич, блядь. Все. И больше нету Финфундрастич, блядь. Все. Отработал. 12 человек на двух экипажах, блядь. Прикольно.
Отдыхаешь, музыку слушаешь. Вот. Немножко что-то прокачиваешь. Ну, такой момент. Вон, Фюнхун, здрасте, блядь. В ангар, нахуй. Немцы радуются, видишь, как, блин. Довольные, счастливые. Видишь, какие, блядь. Че еще надо? Фюн-фун, здрасте, нахуй. Ну и здрасте, блядь. Еще арту навели, блядь. Ругаются, арту навели. Обиженные, блядь. Идите нахуй от меня, блядь. Все, нахуй идите от меня, блядь. Обиженные, блядь. Фюн-фун, здрасте, блядь. Удачи! Ага, понял. А подписаться на канал, а попиздеть, блядь, а лайк поставить, блядь. Ну вообще, ну начинается вот это вот, блядь. Фундерастич, блядь. Ну давай, нахуй. Что ж ты, блядь, за YouTube такой-то, блядь. Что ж за народ-то на этом, блядь, YouTube-то, блядь, а? Ни подписок, блядь, ни лайков нету, нихуя нету, блядь. Пиздец, тут трансляции ведешь им, блядь. А они, блядь, 14 фрагов, блядь, наколотил. Ну ладно, давай. Фюн-фун, здрасте, блядь. Я тебе дам фюн-фун, здрасте. Фюн-фун, здрасте, блядь. Иди нахуй. Фюн-фун, здрасте, блядь. Главный калибр, бля. Вот, фюн-фун, здрасте. Да? Ну попробуй, возьми меня, бля. Давай, нахуй. Фюн-фун, здрасте. Так, первое место. 14 наземных единиц. Фюн-фун, здрасте, блин. Ну так, как-то так. О, почти Фердинандик выкачался. Смотри, совсем маленькая писюлька осталась, да? Шишечка такая, писюлечка. Раз и все. Фюн-фун, здрасте. Ну ладно, давай. Спасибо.